Дорогие друзья, коллеги, онкология – сложная отрасль медицины, где тесно трудятся хирурги, терапевты, радиологи, патоморфологи, ученые совместно с клиницистами. И, конечно, требует высоких знаний для обеспечения высококвалифицированной онкологической помощи. И, конечно, мы должны проводить такие мероприятия, где мы на одной площадке собираем ведущих специалистов самых разных направлений онкологии. И мы все сделали для того, чтобы собрать лучших специалистов России и Европы. Мы пригласили более 60 зарубежных экспертов. Будут проведены лекции, дискуссии, круглые столы. Но отличительной особенностью нашего мероприятия является его практическая направленность. Будут проведены в рамках форума в течение всех дней мастер-классы. Мастер-классы живой хирургии, мастер-классы лечебных манипуляций. Конечно, будет превалировать малоинвазивное вмешательство, потому что малоинвазивная хирургия в настоящее время начинает теснить традиционные технологии, но в то же время будут предоставлены и традиционные методы оперативных вмешательств. Мастер-классы представят ведущие специалисты нашей страны. Обязательно будет представлена реабилитация онкологических больных, и это будет второй конгресс по реабилитации онкологических больных в рамках форума «Белые ночи». Приглашены лучшие специалисты по реабилитации онкологических больных. Конечно, мы понимаем, что лечебные технологии не могут решить тех проблем, задач, которые стоят в настоящее время перед онкологической службой. Проблем по снижению смертности, снижению онкологической заболеваемости в целом. И здесь большое значение отводится совершенствованию организации онкологической помощи, и это также найдет отражение в работе нашего форума. Вопросы эпидемиологии злокачественных заболеваний, вопросы регистрации онкологических больных. Мы все-таки стремимся создать современный раковый регистр. В рамках этого регистра создание программ по ранней диагностике рака, программ скрининга злокачественных заболеваний. В рамках ракового регистра это вопросы контроля качества. То, что очень сейчас болезненно и недостаточно хорошо решается в системе организации онкологической помощи. Форум продлится 3 дня, но фактически это 5 дней напряженной работы. 2 дня до начала форума будут проведены прекурсы. Прекурс абдоминальной хирургии, прекурс методологии научных исследований и прекурс по ультразвуковым исследованиям молочной железы проводит ИБУС. Но напряженная работа будет компенсирована тем, что форум проводится в Санкт-Петербурге, в самый прекрасный период года, и, я уверен, будет предоставлена возможность нашим гостям познакомиться с городом. Мы ждем вас, вы столкнетесь с хорошей организацией работы и с гостеприимством петербургских онкологов.